Скажи мне, Вася, если вдруг война, мы победить врага сумеем? Отвечу. Розы не люблю, но есть хорошая идея перекрасить их в тюльпаны. Скажи мне, Вася, а какие у восточного народа нравы? Отвечу. Моя мама не была бы моей, если бы они с отцом тогда не встретились в Икее. Скажи мне, Вася, пьян ли ты? Или все мы сошли с ума? Отвечу. Я не пью. А вы? Вам просто нравятся мои слова. Не буду спорить. От себя балдею. Особенно, когда несу я ахинею. Тогда ответь мне, Вася, на последний мой вопрос. Нас ждет беда? Отвечу. Да. Поэтому скорее покупайте пылесос.